Лидерские позиции Курской области отметили федеральные журналисты. В агроновостях телеканала «Россия-24» прозвучала информация о богатом урожае сахарной свеклы. Производство выросло до 4,5 миллионов тонн, на миллион больше, чем годом ранее. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению посевных площадей на 18%. Не подкачали и погодные условия, отметили в телепрограмме. В 2015-м от продажи сахарной свеклы местные предприятия получили порядка 7 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила более 3 миллиардов. По оценке аналитиков, рентабельность сахарной свеклы самая высокая на российском сельхозрынке.